3 июля в одной из квартир 28-летняя виновчанка убила свою бабушку. По адресу, где произошло преступление, помимо преступницы и погибшей, проживала мать злоумышленницы, но во время убийства ее в квартире не было. Как удалось выяснить следствие, Екатерина Царькова уронила на 86-летнюю пенсионерку телевизор. Она сначала телевизор уронила на нее, причинила ей такие телесные повреждения, отчего бабушка скончалась, после чего Царькова с целью скрыть совершенное убийство решила расчленить труп. Сначала она, используя ножовку, отпилила голову. Завершить зверскую расправу Царькова не смогла. На момент расчленения в квартире находился ее знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. Мать женщины, кстати, к этому моменту уже тоже вернулась домой, но во время показаний сказала, что сильно испугалась агрессии дочери и закрылась в комнате. Мужчина, ставший свидетелем произошедшего, и вызвал полицию, после чего на место выехала оперативно-следственная группа. Этой же ночью преступница была задержана. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство. В отношении Царькова в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанную сразу же освидетельствовали, установили у нее алкогольное опьянение. По словам заместителя начальника следственного отдела по городу Видное Андрея Горячева, преступница злоупотребляла спиртными напитками и нигде не работала. Царькова в разводе и имеет малолетнего ребенка. Кстати, этот факт может стать смягчающим при назначении наказания. Однако срок уменьшится незначительно. Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.